Здесь у нас, ну, пока рычаги только такие, как бы информационно-разъяснительного плана. В ближайшее время мы планируем установить таблички, которые будут, ну, так скажем, на которых будет указано о запрете катания, да, вот на данных бордюрах. Вот. Но мы понимаем, что это проблему, скорее всего, не решит. Мы посмотрим, как можно конструктивно как-то скорректировать вот уже поврежденные бордюры для того, чтобы они были, ну, так скажем, мягко, не совсем удобны для катания.